Два человека погибли и шесть получили ранения на дорогах региона. В Югре за сутки произошло шесть автомобильных аварий. Одна из них случилась рано утром на дороге Сургут-Нижневартовск. Водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и врезался в иномарку. Ее отбросило в следующий автомобиль. В результате водитель и пассажир иномарки получили травмы. Кроме того, за сутки инспектора задержали 8 пьяных автомобилистов. Трое из них сели за руль под градусом во второй раз. Еще 24 югорчанина привлечены к ответственности за выезд на встречку. Два десятка жителей округа пренебрегли правилами перевозки детей.